Ну что ж, друзья, топ-10 шейдеров для Майнкрафта на последнюю версию Майнкрафта, актуальных на последний год. Главное, не забываем поставить большой пальчик вверх под этим видео. Сегодня у нас топ-10 без рейтинга, то есть какой мод шейдер самый-самый лучший, вы будете решать сами. Так что ставим большие пальчики вверх под этим видео и делитесь в комментариях под видео, какой вам шейдер понравился больше, чем остальные. Ну а самое главное, все ссылки, конечно, будут в описании под видео. Давайте начнем с того, что будем тестировать, как выглядят все эти шейдеры в разных ситуациях. Поехали! Давайте для начала посмотрим, как будут работать шейдеры с водной гладью. Обычно в шейдерах это самая интересная часть, потому что больше всего они меняют именно воду в Майнкрафте. И давайте посмотрим, как шейдеры выглядят в дневное время и как они работают со всевозможными постройками, как там все эти лампочки и всякое такое работают. Поехали. Thank you.
и тестируем непосредственно, как выглядит самое что ни на есть обычный закат и вместе с тем, как выглядит ночное время. Давайте протестируем, как выглядит непосредственно дождь и все эффектики, связанные с дождем. Особенно обратите внимание на мокрые блоки. Это интересно.
пожалуйста, делитесь в комментариях под видео, какой шейдер самый классный. Не забывайте, что название шейдеров написано прямо на экране. Еще на этом канале килотонны всякого интересного стафа по Майнкрафту. Все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь, лайкайте, чтобы не пропускать новые новинки.